Картина «Юноша с корзиной фруктов» была написана Караваджо в 1593-1594 годах, когда ему было 20 лет. В то время он работал в Риме в мастерской художника Джузеппе Чезари. Караваджо написал портрет с другого художника, 16-летнего Марио Минитти, также работавшего в этой мастерской. Вскоре Минитти станет ближайшим помощником Караваджо и поэтому будет изображен на многих его картинах. Уже в этой ранней работе видна техника, основанная на резко обозначенном контрасте между светом и тенью, ставшей позднее визитной карточкой художника. На заднем плане различима тень. Это могла быть тень от художника и его картины, а свет лишь частично затрагивает изображаемые предметы. Молодой Минитти изображен с наклоненной головой, приоткрытым ртом и обнаженным плечом, что говорит о нежности и чувственности юноши. Картина подчеркивает пристальное внимание Караваджо к реалистичному изображению деталей. С одной стороны, картина представляет собой жанровое произведение, призванное продемонстрировать умение художника изобразить все от кожи мальчика до кожуры персика, от складок халата до плетения корзины. Эти плоды особенно изысканы, и профессор Джулс Яник с факультета садоводства и ландшафтной архитектуры университета Пердью, штат Индиана, проанализировал их с точки зрения садовода. Корзина содержит большое разнообразие фруктов, почти в идеальном состоянии, в том числе двухцветный персик с ярко-красным румянцем, 4 грозди винограда, 2 черные, 1 красная и 1 белая, спелый гранат, расколотый, и видны красные его семена. 4 инжира, 2 из них спелые, черные, оба расколотые, и 2 светлые, 2 мушмалы, 3 яблока, 2 красных, 1 красноватое, а другое полосатое, и 1 желтое с рубцом, 2 ветки с маленькими грушами, 1 из них с 5 желтыми, с ярко-красной стороной, а другая полускрытая, с мелкими желтыми, покрасневшими плодами. Есть также лист с различными нарушениями. Заметны зеленоватый лист виноградной лозы с грибковыми пятнами и другой с белой массой яиц насекомых, напоминающий массу косого полосатого гребня листа листовертки с косыми полосами. Анализ показывает, что Караваджо был реалистом. Фиксируя только то, что было в корзине с фруктами, он не идеализирует ни их зрелости, ни их расположения. И тем не менее нас все еще тянет смотреть на него, ибо для зрителя это очень изысканно и красиво. Картина Караваджо «Юноша с корзиной фруктов» до 1607 года находилась в мастерской Джузеппе Чезари. Когда владелец полотна оказался в тюрьме, все его имущество конфисковали, и картина была передана в галерею Шипиони Боргезе. Существует мнение, что желание Боргезе иметь эту картину было столь велико, что именно по его приказу художник Джузеппе Чезари был заключен под стражу.